Центральная избирательная комиссия не выявила нарушений в агитационной кампании в поддержку референдума о вступлении в Европейский Союз, инициированного партией «Действий и солидарность». В то же время ЦИК предупредила ПДС, что проанализирует расходы на эту кампанию в финансовом отчете формирования. Члены избиркома также постановили, что если впоследствии дата референдума будет установлена юридически, то использование и распространение материалов, содержащих призывы к участию в референдуме, станут невозможными, и все политформирования будут обязаны воздержаться от предвыборной агитации и сдавать свои материалы только в допустимый законом период. Данное решение было принято после рассмотрения жалобы, поданной в ЦИК неаффилированным депутатом Василием Боле в связи с агитацией и распространением газет в поддержку референдума до его объявления. Парламентарий обвинил правящую партию в том, что она грубо нарушила закон. Депутат также потребовал, чтобы Центр избирком запретил ПДС распространять листовки и газеты в пользу референдума. Аналогичная жалоба была направлена партии «Национальное альтернативное движение», возглавляемой генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном. В ответ в ПДС заявили, что не нарушают закон и что содействие участию в референдуме не является предвыборной агитацией. Напомним, инициатива об организации референдума о вступлении в Евросоюз подверглась критике со стороны оппозиционных партий. В политформированиях проевропейской направленности считают, что плебисцит стоит проводить после завершения переговоров с Евросоюзом. Ряд представителей гражданского общества, в том числе заместитель директора Института европейской политики и реформ, заявили, что идея проведения референдума до завершения переговорного процесса преждевременна. Кроме того, без широкого консенсуса в обществе существует риск политизации этого демократического мероприятия.